знаю, что я могу сделать. Так. Нет, ты видишь? Все, 4 камня есть. Ой, бля. Блять, ну зачем этот пак? Соба, бля. Опа. Я, короче, ген бана не дам это мистерию. Секунду. Это сумуляя. Эй, я подошел, да? Ой, фу, 228. Ага. Стоп, поставим. Не толстый. Да у них одинаковые, они обе фиолетовые. Я всегда их путаю. Нихуя они не одинаковые, блядь. А что то фиолетовое, что то фиолетовое. Что то говно, что это говно. Что хуйня, что дай столик этот на 2.8. Зиму, блядь, жрать надо, ману. Давай, Войд, ты еще соло хилишь, и у нас нет ДЦ, поэтому на Молчазаре мы все бегаем. Сейчас вот кто ниже ханта будет по ДПС, тут капец. Че, бьем? Да, давай. Пойдите. Блять. Сейчас, сейчас. Что там нахуй? Под босса встаньте. Ну, ебаный в рот, вы что, не спите не круглые сутки? А нахуй надо? Ну, это чё? Что за кипиш, а драки нету? Ну, ВК его там протопало собираю.
надо волонир собирать. Но... Ебать, он просто испарился. О, тварь, сюда, кусок для ГДК. Ебаная, блять, говно. Я прям знал. Вот, нахуй. Давай, сюда. Я тоже знал, что он выпадет. Сука, пидарь. Два куска на ГДК. На, еще тебе в подарок посох, блять. Сука. И ВК-10? Че-че? Кара. А, кара. Ну, сейчас еще одну поделаю. А что, ты тупо стамину ставишь? Что ты ставишь? Ну-ка, у тебя что там стоит? Давайте с вами схожу, что ли. А мы сейчас этот фул, сейчас еще вторую будем собирать. Пойдем, ебать. Ну, черканете в чате, я пойду позвоню пока. У тебя там просто стамина стоит. Плеть идет. А Куил жмется в ротации? ГДК? Ну, ну да, куда ты сливаешь эту ярость? Это на рунике. В 4Т4 на рунике она сливается, потому что на них только энергия нужна и все. Ага, понял. Ну а так можно, да, ради прикола. Ну или типа если на рендже моб, чтобы вокруг какой-то хоть маленькая набиралась. У меня просто Т4 нету, я... Его в койлы использую. Ну да, можно. Но это только если на РНЖ, а так... Так, в принципе, да, можно. До Т4. Да, потанчил я вчера, конечно, твою ресочку, блядь. Станы, готовьте станы. Чё, вообще они убили? Сколько процентов оставили? Максимум? Чё-то 9 лямов, да? Лучше трай. Ну там, да, нахуй, я вообще... Типы зашли, ебать, которых там не было, нахуй. И мы просто с первого трая, да, до 9 лямов, нахуй. А потом ебланить стали, как пиздец просто, нахуй. Ну, есть у нас такое. Там... Сука! Бастан! Блядь, ты чё? Стой, ты его можешь стать? Могу, я убью. Давай, Сагрица, давай, давай, брат. А ты где? Давай, Массерес. Там стан только у Войда был, по-моему. Да, нет. У меня есть притяжка, еще у ДКшников есть, можете притянуть. У БМ Ханта есть стан, ебать. Да, но у меня Петля другого бил, походу, потому что я нажимал раза три, он, сука, не успел тыкнуться. Понял. Тыкните по телу, пожалуйста, а то я стал там. Эй, Каид, всё, поймай. Вон у варов есть стан вмешательств, этот, блядь, перехват, нахуй. Я худею, всё-таки купили эту с черного рынка волю за 190к. Ну, да, что ты думал, там купят, конечно. За максимум покупают. Это был я на Варина. Серьезно? Да, бля. Ты купил волю за 200 тысяч? Ну, бля, с этим ходил же столько, нахуй. Ну, да, про канал там. Так, подожди, так воля почти никому не нужна в рейде. Ну, варам нормально. Да, нам, блядь, всем нормально, типа, если трень других нету. Ну, это да, но мог ее просто... Просто так полутать, блядь, 200 тысяч, нахуй. Танчу, танчу, пацаны. Да, я тебя туда взяли. Сегодня все эти кулинарные рыболовные в Долоране. Я
удашулич, голду скупаю нахуй, и все, да. Байеры, майеры, да. Ули ей, нахуй, деньги, бля, сами приходят. Дашули же твари баны. Почему? Дашули же твари баны. Почему твари? Неприятная баба. Ну, типа, нахуя такое делать, какую-то, блядь, монархию въебали, блядь. Это Монтоугороди ебаным. Ну, могут себе позволить. Да и похуй. Да, блядь, нихуя, это просто пиздализы какие-то сидят, блядь, возле нее. Да, наверное. Могут просто типа сами. Ну, да. Сделать свою, да и все, что-то. Да, разрол шмоток, нахуй, ебать, нахуй. Как подкаблучники называются? Это пиздец, все. Час, сука, этот ролит, нахуй, час. Да и похуй на них. Эй, баба, ты хуйня. Я был там пару раз, нахуй. Я такой, не люблю такие мероприятия, блядь. Я считаю, что такой рейд должен проходить быстро и четко, нахуй. Без всякого, без залупы, без всякой. Быстро пришел, разъебал, разролил, нахуй. Не дольше 2 минут, нахуй, и все, блядь, свободен, нахуй. Там хули 5 шмоток, какой час, блядь, что там час делать? Бля, этого человека забери, пожалуйста. Что-то маны нету, блядь. Аст, вам два раза. Вам там долго вообще в каре? Ну мы сейчас на копыте. Да хуйня по сути. Блядь, ДПС. Я думал, успею я на Норика сбегать. ДПС 21к, да, успеешь. 22. Нет, 23. Да, пока нам соберемся еще. А у тебя, смотри, еще какой-то лок же был тоже? Да, у меня куча локов. 3 лока, ебать. Да, вот то слышишь вчера, самый лучший трай 11% не добили. Вот эту дробяшку можно я возьму? Ой, я ДК что трейд. На Энх, что ли? Нет. На трансмол. Я просто хреняю, а чё, БМы все такие вот, типа, ты его не одел ни хрена, а он у тебя из говна и палок на ДПСе? Да. Пиздец. Да, ну, блядь, много не надо, там 4-4 собрал, может, здесь 30-м 20к давать. Просто кончено. Главное, чтобы 2 куска было. Вот. Блядь, убеги туда. А хант у нас, по сути, один в гильдии, блядь. И то редко. Блять, на рейда. Давакин пропал. Куда-то. Пропал. Давакин на рейд. Его давно уже хороший хант был. У него 5000 ИП. Там срезано, наверное, 4000 осталось. Блядь, просто. Может, поманем? Там тотем где-то сзади. Кто там бежит? Он стоит. О, а чё, уже срезан не был? Похуй без него и будем. Чекав, давайте его просто кинем. Да я ману себе пил, а вы уже съебались. На X5 он, по-моему, на Варе, что ли, играет. Ну, напишите ему в личку, если он в Дискорд вообще заходит. Чё, го. Поехали. Поехали. Центр забежит. Нет, нахуй. Там, когда будут эти. Да, да, да. В принципе, войско надо вообще вон на 60% оставать. Вот сейчас уже кастуй, а то эти выйдут, големы мне пиздят. Они не сейчас выйдут. Они на 40% выходят. Да нет. Ой, еще и двигаться нельзя. Но вот сейчас на 40 выйдут. Вот они. Мы, короче, одному баню. Да кто? Бичи, блять, как мы выжили вообще? Это что такое было? Ну, хильте нахуй. Мудфокс, ну или ресы. Ебать. Йор, блять, ну пиздец. Так в смысле, я на месте стою. Мудфокс, ресы нахуй, или хиль, блять. Себя хиль.
Ебать, хиль себя и хукмастера. Да унти мобов с него. Вы так подохните нахуй, алло, блять. Упасть хотите? Ну БР не в КД. На Фокс метеор падает. Давай, 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 давай. Опс. Тупо я добил, пацаны. Блядь, топ ДПС утует. Ну, а чё за хрень? Реально не показывает, что это. Показывает, что как будто войско мертвых, кстати. Ну вот, взрыв Йор. Именно от Йора, да. Но ты нажимаешь под... Я на месте стоял, я руник кастовал и эту чумку. Я хз, как я двинулся, может, от войска я... Прыгнул, наверное. Не знаю. Чё, мы не на групплуте, что ли? Вот собаки, да, везде прыгают. Да, поставь групплут просто. Да я вон тебе закинул все на распад. Вроде все свои, что ради кондера, что ли, драться собрались? Ой, я тапки, наверное, надену на мастерку. А сколько мастерки надо ГДК? 56, как и всем, да? Ой, 56. Какие тапки, блядь. Они кожаные. 26 ему надо. У меня ПВПшные. Это на определенных боссов. А их раз-два я обчелся. Ну, у оверкапсина было 56. Бля. Там, чтобы вообще... Да. Это понятно. Нет, там удар чумы часто этот, бля, парируется. Остальные... Это надо парируют. Там на Халеона, надо на Леди, на Синдрагосу и пиздец. А у Синдрагоса тоже, да, этот, да? Алиха. Это дракон там у Синдрагоса. А и этот, Гидрос. Ну, короче, на драконов надо, вот, на Гидроса надо. Да, драконы и ментальный механизм, по-моему. Вроде как. Кстати, как слышишь, надо будет, ну, робота, то, что трайли, это заебись, надо и Соляру пробовать. Ну, в принципе, должны мы его убить. Да, Соляра легко. А там тройник, ну, так-то, кастеровский. А этот, вчера, бля, этот Энзо убили на готово робота? Что-то я, бля, заснул. Не, по-моему, нет. Давайте я на синий поставлю. Ради бога. Ты мне щиток палки, пожалуйста. А это будет ты между целями, это через тап переключается, да? Я тап жму, он не сразу иногда переключается, бля. Бывает тупит. Да, там бывает. Тупит. Две такие вкусные, в принципе, тренки на кастера. Ну кто-то из вора останется на зеленую. Го. Давайте я за пулю. Поезд классный, что на Рупала, что на АДК. Я на тебя стерей сейчас скину. Сейчас, сейчас, сейчас. Кто там на синем стоит? Мак. А где Мэтт Фокс? Что далеко. Мэтт Фокс хуярит, нахуй. Это я пришел на срал лужи и ушел по цеху. Подойди ближе, Мэтт Фокс, я не достаю до тебя. Слышишь, а что там писали они, ну, вайши режут и второе там мобов каких-то режут? Нет, там прислужников. Синюю заберите. Ее прислужников? Наверное, да.
Сейчас уже невозможно разочаровать, да? Давай. Ну я так прикинул, вот после вот этого нерфа у нее 222 мульта будет. Да не, я все равно нереально убить, ее никто не убьет. Да что тебе надо убить? Там просто у трэша, блядь, хп ебанешься. Вставай, это кто это? Там? Кто? Вар какой-то, вставайте, нахуй, на синий сейчас. Да я встану. Лок, лок. Бойт говорил, тынки нужны в гильдию, чтобы типа два рейда закрывать? Или уже нет? Ну, мы и так закрываем. Уже вроде есть две обычки. Я просто на шпешнике поиграл, он 250. Нормально. Раз по обычке ходит. Ну заходи, чё. А ты в какой еще гильдии? А хуй, за Сибирь вроде бы. Я хуй, почему он там вообще делает? Там что-то такая хуйня. Ну какие-то чего, блин, смешные. Блять, а можно хотя бы одни латы? Ну вот тебе кольчуга. Уже лучше, чем кожа. А если это в рейде два друид, два эрдру, короче, там омоложение стакается, да? Да, 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 стакается. А у нас мудфок сова, ёптить. Кому-то что-то из этого надо? Да, сказали бы. Да тут хули все бесовые. О, дади. Ханта. Нет, это не я. Бичара, а Лок, блоки. Нихуя. Локовский, что ли? Я не знаю, я Пета отзывал, назад только что призвал. Хуй знает. Да ебать, тут 2 секунды бить, а они тут, кто это сделал? Ибо вот это вот лучше фиолетовая, такая охуенная на Синдрагусе. Она 15% хосты дает рейду. Факт, все, да. Редаровский блинк тоже хороший на Синдре. Ну да, не спорю, но лучше-то на всех действует. Сука, этот Синдрагоза нахуй. В лолах нахуй. Пошли гильдер этот нахуй. На Ретрику вообще похуй на эту Синдрагозу. И там 7 часов нахуй траили этого Синдрагоза, ебать. Один офница нахуй, добираем, другой офница добираем нахуй. 7 часов, сука, это, чтоб проходку сделать, да? Это где? В 25-ке? Нет, в 10-ке. Ебать, делать нехуй. В обычке, что ли? Да, бля, вот. Как открылся он, короче. Я пошёл. Я когда вот танка, на ДК только танком был. И туда пошли нахуй. 7 часов нахуй. В лолах точно помню нахуй. Там Булкин что ли такой-то был? Я б не выдержал, бы сразу ливнул. А чё он, короче, две гильдии назад. Там типы только осваивали Синдру. Жру тупо приходили, вот так часа 3-4 на Синдре сидели, вайпов 50, блять. Ну зато потом уже с закрытыми глазами, блядь, ту Синдру убивали. Yes. Ну мы за 8, получается, закрыли там, блядь, 7 часов сидели на Синдре. Потом нахуй. Хуфуляй, подожди. И час налечи, короче. Ой. Короче, тут? Ой, этот битый, ебать, можно пулять.
Гена, бабай. Прощай. Ты верни его, коли быстрее будет. Метёр. Отведи от ворот подальше. Еще отведи. От ворот отведи. Вар, вставай, чё ты? Ну, под этим стоит. Големом. Кто? Нормально. Короче, я пошел на нолик, а только собрались. Почему Чезаро убили, блядь? Ну ща я минут 10 приду. Я шаманом пойду, те же токены, короче, надо на Элема. Я хантом пойду, нужны, блять, токены тоже. И у вас нормальный, да, у меня этот нахуй? Airdrop 214. Если какой-то там мощный хил будет. Да нормально, у меня шаман хил, соло за хилю. А, ну тогда я это подстраховочку. А ч. Блять, пиздец хантом, конечно. Пет забагался, короче, пол боя просто стоял, хуйни страдал, чилил. Ебать, хоть что-то нахуй. Я полбоя ману пил, нормально все. Кому надо эту хуйню, это все? Короче, вот тебе на МП5. А этот... Тебе на силу. 4Т4 хочешь что-нибудь сделать, да? Вот. Чё? Танка, 4Т4 хочешь сделать? Ну, у меня вообще ноль кусков. Ой, на Элема был. Эти с ГМО выпадет три куска, то заебись будут.